Новая судьба, а точнее ее новый формат. Самая уникальная газета Бурятии – газета Международного союза узников фашизма. Судьба теперь в электронном формате. Газету выпускает малолетний узник фашизма Леонид Кириллович Синегривов. Он и журналист, и редактор, и издатель. У Леонида Кирилловича только один помощник – наборщик текстов. В этом году уникальному изданию исполнится уже 23 года. Выходила на форматом А4, листочками А4, вот маленьким форматом, чтобы только… И 4 листочка было всего, и ничего выжило. И вот один я вам покажу номер, там прямо я напечатал «Почему не умирает судьба?». И все, кто давал сколько-то денег, присылали, наши бизнесмены, тогда все только становилось, но меня знали как вот журналиста. О, смотри, какой у меня красивый сайт. Мы еще живы. Информационный портал некоммерческой организации. Я как издатель некоммерческой организации. Презентация электронной газеты состоится уже завтра в 2 часа в Национальной библиотеке Бурятии.